что за дичь-то такая? А! Ой, как плечо хрустнуло, ой, как шея хрустнула, ай, все хрустит. Чё за дичь-то произошла, а? Малолетние дебилы! Ёшкины матрёшки! Сколько я здесь провалялся, у меня такой вопрос. Да, если в первую очередь нужно копьё хлебануть, а то вообще не дел... Нет! Золотая кнопка! Стак золотых монет! Так, спокойно, 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 Эдисон! Я взял из дома стак золотых монет, я взял из дома золотую кнопку демастера, которую я хотел толкнуть Михалычу. Я прямо сейчас шел с ним договариваться, но меня Если ты не смотрел предыдущую серию, я тебе советую ее посмотреть, потому что малолетние школьники, дегенераты, заманили меня в переулок. Я не знаю, сколько здесь их было, 7, 8, может 69 даже, а может 300. У меня в глазах все двоилось от перепуга. Они меня начали здесь избивать, вырубили меня. Вот я сейчас проснулся, у меня ни золотой кнопки, ни золотых монет. Все, что они мне оставили, это борщец. Ну, хотя бы камеру мне оставили мою. Если ты не видел предыдущую серию, посмотри, пожалуйста, возможно, ты узнаешь кого-то из этих школьников. Возможно, ты знаешь кого-то на лицо, и нам нужно будет в полицию подать, потому что это не шутки. Прямо сейчас надо мной появится подсказочка, нажми «Посмотри». Только после просмотра той серии возвращайся смотреть эту. Готов? Опа! Опа! Я сказал, оп, смотри прямо сейчас и возвращайся. Не город ютуберов, а криминальное чтиво какое-то, не могу понять, честно. Это не смешно вообще ни капельки. Костя! Костин Петрович! Мне кажется, нам с тобой рацию нужно купить. Когда кто-то в опасности, мы просто звоним друг другу и там... Костин Петрович, прием, как слышно. Я тебя вызываю, ты меня спасаешь. Ладно, я Катюху потом проверю, очнулась она или нет. Вроде еще лежит. Нам нужно тип... Чё за дичь? Чё за... Это... Это президент Гимбабуэ переехал к нам сюда жить в город ютуберов? Или это принц Зимбабвийских островов? Это чей-то дворец? В предыдущей серии этого не было. Так, хорошо. Так. Идем домой. Выложим все, что у нас есть в инвентаре. И будем искать этих школотронов. Банда школотронов какая-то. Перчик, ты что-то видел? Вот и я ничего не видел. Они вообще появились из ниоткуда. Пришли, начали меня тараторить. Украли все, что у меня только было, и смылись отсюда. Давайте выложим. В холодильник все, что у нас есть. Еду, которую мы кушать 100% не будем. У меня есть стак кофе, у меня есть 10 тарелок борщица. Я сейчас заберу вот это мясо, пережарю еще 2 кролятины. Перчик, что будешь, стейк или кролятину? Ты, конечно, у меня гурман, поэтому я тебе, наверное, кролятину дам. Ну, или борщец, я не знаю, честно. Так, эта пукалка у нас еще есть. 5 патронов, нормально. Мосин, это хорошо. Давайте перекусим и пойдем искать... Этих дебилов, дебилы малолетние, они вообще не понимают, на кого они нарвались. Так, водяру можно выложить на самом деле. Выложим водяру, забираем вот это и сваливаем отсюда. Перчик, держи за меня зубы, зубы, да, зубы держи за меня. В предыдущей серии мы с вами установили здесь второй экран. Это уже настоящий ютубер, настоящее место для ютубера. Дверь нужно закрывать, перец! Перец, дверь закрывай! Простудишь себе жопу! Я планирую купить себе стол. Стол, скорее всего, я установлю вот здесь, знаете, возле окон. Такой стул, здесь будет стол, здесь у меня рядом будет елочка, и примерно где-то вот здесь у меня будет стоять камера. А кровать я перенесу вот сюда. Ну, то есть у нас много дел в будущем, но это мы все будем с вами проворачивать в следующих сериях. В первую очередь вернуть золотую кнопку и стак золотых монет. Получается, они у меня в сумме украли минимум 3 стака золотых монет, потому что золотая кнопка стоит 2 стака. Перчик, охраняй! Охраняй наше логово! Но в первую очередь я пойду посмотрю, что это такое, потому что я вообще ничего не понял на самом деле. На всякий случай, патроны у меня есть, в пистолете у меня тоже 10 патронов. И еще один магазин для калаша. Я не понимаю, честно. Ребят, какие у вас предположения? Что это за огромнейший такой дворец? Это самое большое здание у нас в городе. Хотя, может, телестанция... Нет, телестанция даже в 3 раза меньше. Ай, кто стрелял? Ай-яй-яй, ай-яй-яй, ай-яй-яй!
давно не видел! Как я про вас давно не слышал! Па! Еще одна золотая монета, ёшкины матрёшки! Давно бандиты не появлялись у меня здесь в городе ютуберов. Нормально, 5 патронов и 1 золотая монета. Это хорошо. А, слушайте, а зачем я здесь спускаюсь, если там у нас есть нормальный спуск для машин? Хоть это, наверное, типа для пешеходов. Но я надеюсь, это потом уберут, потому что это лишнее. Вот там нормально. Что это за дичь? Подождите! Чё вы здесь налепили у меня такого? А, хотя, ну здесь у меня как бы уже дома нет предыдущего. Ёханый баба, это что там такое? А, ну как я понял, а вот это только начало строиться. Конечно, приехал принц Зимбабвийских островов и начал здесь строить все. Не спрашивал даже разрешения у мэра этого города, скорее всего. Так, заберем пшеницу. Пшеница мне нужна для того, чтобы сделать хлебушек, потом тесто и потом крафтить бургеры. Это мы заберем. У меня есть здесь что-то в этом сундуке, потому что нам нужно забрать и сразу же свалить отсюда. Нет, здесь ничего такого нет. Ладно, пофиг, пускай это здесь валяется. Что это такое? Пожалуйста, объясните мне, что за замок? Может, какой-то ютубер сюда переехал богатый? Я не знаю на самом деле. Но вряд ли у какого-то ютубера может быть настолько огромнейший замок. Так, я ничего не понимаю. Здесь какие-то качели. Здесь шлагбаум, который... Ну, я, конечно, могу его открыть. Ну ладно, давайте я его открою и пройду. Здесь никого нет, нет никакой охраны. Ну, слава богу, хотя бы никого нет. Так, подождите, здесь у нас баскетбольная площадка. Куропатка! Слезай оттуда! Ты чё там за... Как мне столкнуть-то тебя? Так, ладно. У меня есть план Б. План Б такой, знаете, легенький план Б. Безобидный, безобидный план Б. Куропат... Если куропатка не хочет идти к нам, значит, мы пойдем к куропатке. Алло! То есть ты снежков не боишься? А калаша боишься? А что это выпало? Яйцо спавна курицы. Зачем мне курица? Ну ладно, хорошо. Я не буду углубляться в подробности, я пока вообще не понимаю, что здесь происходит. Ну, подождите. Здесь у нас качели, здесь у нас баскетбольная площадка, здесь у нас... Вот оно что! Так, Подождите, что это за дичь? А, так это школа! Это школа! А я могу туда зайти или меня сразу повяжут? Как я понимаю, это закрытая школа в данный момент. То есть она только строится. Да, здесь пока что еще никого нет. Ладно, я не буду туда заходить. Мне, конечно, интересно, что там внутри. Подождите. Так вот откуда появились те школотроны в городе ютуберов. Так вот откуда они пришли. Как только в этом городе появилась школа, они, наверное, меня... Они спалили... Нет. Да! Они спалили адрес, где я живу. Он же поджидал меня возле дома. Он знает, где я живу. Я ж на тебя даже не смотрел, дебила, кусок! Ты чё такой наглый? А ну подожди... Слушай, не... Не... Да ёшкины матрёшки, чё это? Кто? Отстань! Все вы наглые в этом городе ютубе! Ни стыда, ни совести. Но зато хотя бы поспим, ладно. Охраняешь? Или стену нюхаешь? Тяжелая. Тяжелая жизнь ютубера. Школотроны нападают, школотроны убивают, кто-то спалил, где я живу, вот они и вычислили меня, вот они меня и поджидали там возле дома, потом заманили меня в какой-то переулок и шандарахнули. Сейчас мне нужно найти золотую кнопку, сейчас мне нужно найти стак моих золотых монет. Опа, проход на задний двор. Так, вот смотрите, где они ошиваются. Но здесь они меня 100% не тронут, потому что это территория школы, здесь их директор выгонит. Эй, вы, финтибобили! Да, на меня смотрите! Баклажанчики малолетние! Это как называется? Спрячьте ваши вот эти, пожалуйста, зубочистки, больше меня ими не напугайте. Мы находимся на территории школы. Никто больше на меня здесь не нападет. Слышь ты, кто здесь главный? Руку подними, кто здесь главный, а? Ты главный? Не похож, ты? Не похож, ты? Не, ты? Это ты тупенький как... Вот ты, да? Гуччи линзы на глазах. Если ты думаешь, что у меня нет гуччи линз... Есть! Но я их надевать прямо сейчас не буду. Пацантре, объясните, пожалуйста, как это называется, а? Что?
У него рука левая горит, потушите костер, не видите? Дебил, дебил. Руку левую засунул в костер, ладно, неважно. Это как называется? Верните, пожалуйста, золотую кнопку, верните, пожалуйста, золотые монеты. Мирно, да, сейчас здесь стоите? Конечно, потому что там директор на вас из окна палит. Или он сейчас в отпуске? Слушайте, я не знаю, честно, что с вами. Да, давайте я предложу вам так. Вот, смотрите, давай я сниму вас во влог. Опа, смотрите, во влог. Сейчас дайте, во влог, вот смотрите, опа. Я пиратор. Я сниму каждого во влог, выложу на свой второй канал. Ну, влоговый канал. А вы мне вернете мою золотую кнопку, хорошо? Не слышу ответа. Пацаны, ну не будьте уже жопочниками такими, а ну, это как называется? Малолетняя шпана на блогера 23-летнего напала, а? Здорово, блогер, ёпты. Ну шо, как дела? Как живется без золотой кнопки? Слышь, главный! В прошлый раз, походу, мы с пацанами плохо с тобой разобрались. Наверное, нужно довести дело до конца. Ну ничего, ща порешаем и тебя, и твою псину перчика, чтоб ты знал, как открывать рот в мою сторону. Короче, пацаны, завалите этого кента и принесите мне его компьютер и все золотые монеты, которые найдете в его доме. Че смотрите? Вперед! В смысле разберемся-то? Пацаны! Оставьте золотую кнопку себе, пацаны! Все, я сваливаю отсюда, только не трогайте, пацаны! Thank you.